Добрый вечер. В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главные события дня. Изменения, как говорится, налицо. ТВК переходит на новый формат вещания. Широкий экран, четкая картинка, качество намного выше. Это формат Full HD. Технический директор ТВК Михаил Костоянский знает это лучше, чем кто-либо. Трое суток инженеры разбирали студию, перенастраивали оборудование, подключали HD-камеры. И в итоге теперь даже самый мелкий текст и даже самые маленькие детали можно легко увидеть на экране. А изображение без рамок и ограничений. Это, грубо говоря, вот если смотреть, например, как бинокль, что ли, узкое зрение, а теперь оно станет шире, четче. Наш канал появится в кабельных сетях нашего города, мы ожидаем в течение месяца точно. Вот Орион и РТВ уже переехали на наш HD-поток. Я думаю, где-то через неделю уже начнут подключаться другие кабельные сети. Итак, переход – дело не быстрое. На это уйдет около месяца. Сейчас кабельные операторы перенастраивают оборудование, чтобы принимать наш сигнал в новом качестве. Но в интернете и на нашем сайте tvk6.ru видео нового утра и новостей уже в формате HD. Переход на HD – это инвестиции в будущее. ТВК – компания, которая никогда не стояла на месте. Нам уже 25 лет, и действительно, на протяжении там уже, наверное, десятка лет мы бренд новостей номер один на красноярском рынке. А переход на HD — это не просто лучшая картинка на экране телевизора, ну, конкретного зрителя. Это плюс лучшее качество во всех диджитал-сферах. Потому что в YouTube, в Фейсбуке, во всех социальных сетях, то есть где востребовано видео зрителям, мы тоже будем в лучшем качестве. Напомню, смотреть телеканал в новом формате смогут только те, у кого подключено кабельное телевидение. Дело в том, что аналог просто не способен принимать и передавать сигнал в формате HD. Но оценивать в реальности новое качество изображения на ТВК можно в том числе по новым заставкам с видами города. Алена Крашенинникова, новости ТВК.